Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Выполним задание номер 139. Одна машина для орошения поля за 4 часа работы успевает полить 24 гектара земли, а второй на эту же работу требуется 3 часа. Какую площадь смогут орастить эти машины за 8 часов работы одновременно? Запишем условия. Первая машина 24 гектара. За 4 часа. Вторая машина такую же работу, то есть 24 гектара, может выполнить за 3 часа. Какую площадь смогут орастить эти машины за 8 часов работы одновременно? Значит, вместе за 8 часов. Неизвестно гектар. Раз нам нужно найти площадь. Для начала нужно узнать, сколько гектар может оросить каждая машина. Первое сказано 24 гектара за 4 часа. Значит, 24 поделим на 4. Получим 6 гектар. Первая машина за 1 час. Вторая 24 гектара за 3 часа. Поэтому 24 поделим на 3. Получаем 8 гектар. Это вторая машина за 1 час. Так как они будут вместе работать, нужно сложить 6 и 8. Получаем 14 гектар. Первая и вторая вместе за 1 час. Так как они будут работать 8 часов, нужно эти 14 гектар умножить на 8. Получаем 112 гектар. Они смогут орастить вместе за 8 часов. Итак, ответ 112 гектар. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!